У вас, друзья, я в эфире. Сейчас я посмотрю, идет ли моя трансляция. Ждем людей. Трансляция идет. Вижу. Угу, люди присоединяются. Так, приветствую всех, кто присоединился. Сейчас еще сделаю репост в группе. Давно не вела трансляции. Заболела. Поэтому буду, может быть, иногда кашлять. Показываю, как можно заработать. Как минимум $80 в день. Сейчас я вам покажу свой кошелек Advance Cash. На балансе у меня $173. Вот, смотрите, Ирина Маркелова. Это мой кошелек Advance Cash и внутренние транзакции. 30 марта у нас сегодня, и приходят денежки в долларах. Вот считаем, 15 плюс 5, это у нас $20, еще 20, это 40, еще 10, это 50, еще 10, у нас 60, и еще 20, 80, это все 30 марта. Показать еще. $4 пришло. $84. Вчерашний день смотрим. 29 марта, 28, 28, 27. Это я выводила деньги. Выводится куда угодно. Хотите на Киви, хотите на карточку Сбербанка. Вот 27 марта. Мои поступления. Вот зелененькая галочка, это мои поступления, все это в долларах. Если мы откроем любую транзакцию, мы увидим, откуда поступили деньги. Так работает проект Whole World всем миром с 2011 года. Очень многие сомневаются, но также очень многие приходят к нам. Потому что люди не верят, что такие деньги можно зарабатывать в интернете. Оказывается, можно. Вот я вам в режиме реального времени показываю. Вот, любые транзакции открываем. Вот, Whole World, $15. И пояснение, откуда, куда, в какой сертификат. Как это работает? Я вам рассказывать не буду. Вы можете посмотреть у меня в закрепленной записи, как это работает. Вход в проект составляет $105. Здесь показано и рассказано, куда распределяются деньги по сертификату. Также мы помогаем больным детям. Недавно мы поставили, ну, почти поставили на ноги мальчика, то есть купили ему ортезы и собрали сумму на 155 тысяч рублей. То есть мы получаем денежное вознаграждение, также делаем еще добрые дела. Ознакомиться с фондом мы можем на сайте www.ru. Сейчас я введу. Вот наш фонд. Благотворительный фонд помощи детям всем миром. $50 идет туда. В него собирают деткам. Вот. Людям, которым мы помогли. Сколько нужно и сколько собрали. В отчетах вы можете ознакомиться, кому сколько собрано средств. И также у каждого участника проекта всем миром есть сертификат. Вот мой кабинет. Вот Ирина Агапова. Меня знают как Ирина Агапова. 2 года я Ирина Маркелова. И вот люди, которые регистрируются. Мы можем с каждым связаться. Открываем транзакцию и видим почту, телефон и из какой страны. Проект наш международный. Вот из Латвии под спонсором, из Германии. Работает в 162 странах мира, то есть по всему миру
этот проект работает и приносит нам денежные вознаграждения. Также мы можем видеть оповещение от Advanced Cash, что на мой счет поступили денежные средства. Вот Ирина Маркелова. Сегодня 30-е у нас, $5. И таких переводов очень и очень много. Вот еще $5, $15. Вот 20:41, буквально 30 минут назад пришел перевод. Открываем любой скрин. Вот в 19:25 и так далее. Переводы приходят каждый день, но структуру надо нарабатывать. В проекте я с 2013 года, 5 лет, о проекте я знаю все. И рассказать могу все, что угодно. Активация кабинета составляет $5. На активацию я могу вам дать пин-код, продать за 200 рублей. И тогда уже $5 платить за него не надо будет. Потом привязываете кошелек к вашему аккаунту и оказываете финансовую помощь в размере $100, которые распределяются так, как показано вот в этой видеопрезентации. Кто устал терять деньги в пирамидах и бегать по хайпам, добро пожаловать к нам в проект. Вот ссылка, можете писать мне в личку, регистрируйтесь и пишите. Осталось 2 пина. Например, Ира, я хочу приобрести пин. Вот кто мне 2 первых человека напишет, оплатит мне на карту Сбер, либо на Киви кошелек. Тому я дам 12 цифр, чтобы вы активировали свой кабинет. Но пока вы не окажете финансовую помощь $100, то вы не сможете получать свой адрес, денежные переводы. То есть сначала вы оказываете помощь, получаете статус бизнес, и мы начинаем с вами работать. У нас есть командный чат, где мы все друг другу помогаем. Вот люди радуются, люди тоже, моя команда получает денежные переводы, выставляют свои посты. То есть мы работаем в команде, а не в одиночку. Также у меня есть методика «приглашая, не приглашая», по которой работает вся моя команда. В команде уже 8 миллионеров. Есть такие люди, которые работают со мной с 2014 года, уже по 4 года работают, по 3, по 2 годами работают. И задумайтесь, если люди работают годами, то значит их здесь что-то держит. Если бы люди не получали здесь переводы, они бы не работали. Я бы 5 лет здесь своей жизни не тратила. Кстати, для тех, кто не верит, что я стала миллионером, вот мой YouTube-канал. Можете перейти, посмотреть, как я покупала квартиры. Все мои денежные переводы, выводы денег на карту, мой кабинет, все найдете у меня на канале. Можете подписаться, посмотреть мои плейлисты с вебинарами, посмотреть мои путешествия, как я покупала квартиры. Все на канале я выставляла. Так, прошу прощения. Буду заканчивать. Болит горло. Всем удачи. Жду в команде.